Тимофей, поздравляю вас с выигрышем сабборда. Пользуйтесь с удовольствием. Доску для гребли стоя выиграла семья Шиповаловых из Барнаула. Накануне телеканал «Катунь-24» совместно с грибным каналом и сетью кофеин «Кофе Манки» запустили розыгрыш сабборда. Он состоялся в честь прошедших в крае международных соревнований по гребле «Алтайская регата». Все, что требовалось для выигрыша – раскрутить онлайн-рулетку в паблике «Катунь-24» во ВКонтакте. Для этого пользователи должны были написать слово «крутить» в комментариях под постом и получить ответ от бота. Количество попыток – не больше 5 на человека. Победитель выигрыша Тимофей Шиповалов шутит. С женой потратили все из них. Радость переполняет. Будем летом пробовать учиться заниматься дополнительно спортом, кроме пробежек. По словам Тимофея, их семья активно увлекается велоспортом и катанием на роликах, зимой на коньках. Теперь, благодаря выигрышу, у них будет новое спортивное увлечение. Владелец сети кофеин «Кофе Манки» Вячеслав Монахов поздравил победителей и призвал участвовать в других розыгрышах. Мы за спорт, и вообще нужно участвовать в таких разных хороших мероприятиях. Да, мы часто сами проводим праздники, обязательно. И розыгрыши, и праздники, и во всех мероприятиях стараемся тоже участвовать. Выигрывать приятно, а выигрывать особенные вещи тем более. Пожелания победителям на сабборде написали выдающиеся спортсмены. Среди них Иван Штыль, Александр Дьяченко, Артем Козырь и Ольга Худенко. Их подписи теперь украшают доску, напоминая о пользе спорта. Гребля делает нас лучше. Дарья Эндерс, Алексей Михайлов. Новости.